Всем привет, дорогие друзья! Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, комментарии. Это очень важно. Подписывайся на канал и будьте счастья, касатик. Ну вот, друзья, давайте поговорим о матче. Что там говорить? Сколько Сочи до этого игр подряд сыграло и пропустило голы? Правильно! 13 игр подряд Сочи пропускал голы. А в какой из 14 игре подряд они не пропустили гол? Правильно! В игре со Спартаком. А почему? Потому что у нас в руководстве кто? Правильно. Потлатый кукол в бейсболке со стропоном наперевес. Накатошная шизофреничка. Не хочу, не буду. И где-то там на задворках еблан-братец. Два состава. Вот пока вся эта Саграда Фамилия дом 3 сидит, ничего, никогда и нихуя не будет. Аксиома. И этот, я, мы, Руй, Витория, иди нахуй, блядь, с этим поражением, с 9-м местом в РПЛ, с игроками, со всеми, и в Лиге Европы первое место, да. Это что, титул? Первое место в группе Лиги Европы. Так надутый индюк с Динамо тоже выиграл 6 игр в Лиге Европы. И чего? Че, Спартак 1/8 прошел или 1/4 хотя бы, как при Карпине вышел? В 1/8 же вылетит. А так первое место с Наполи, которая сейчас на 4-м месте, с Леди, которая на последнее место скатилась, с Лестером, который на 11-м. Да, выиграли хорошо, 2 победы знаковые там. У Наполи, Леди, там Селихов вытащил, отстояли стену. Сегодня, посмотрите, ничего не напомнило. Это как всегда, как все 20 лет, какой-то ноунейм Адамов выдает лучший матч в жизни, блядь. Обмудок. Иванов, которого ставят опять и придумывает пенальти на Игнатове, которого не было, и который не дает нам пенальти, еще надо было раньше давать удаление у Сочи, и ворота Сочи ставить пенальти, блядь. И Куфрие, который хороший Куфрие, да, он борет, посмотри, что ты, блядь, дед, не говоришь, он же хороший, какой, 5-й, 6-й пенальти привез, да еб, конечно, блядь, конечно он хороший, и Руй Витория хороший, тоже, ебты, 9-е место, 0-3, нахуй, от Сочи, 1-7, от Зенита, блядь. И вверху таблицы ни у кого не выиграли, блядь. Из первой пятерки вообще не всем засадили душу и родину, нахуй. А Лига Европы, да, первое место. Мы, бля, мы Лигу Европы, что ли, выиграли, ёпта. Или Кубок Конфедерации мы хуяцей выиграли. От хуй уши, блядь. Выиграли, ёпта. Ничего, нахуй. Ноль, нахуй. И очень напомнило игру с Рубином в первом туре тоже. Масса моментов. А почему не забивает моменты? Зобнин. Промис 3 раза, Джика, почему по воротам не попадает, блядь, из матча в матч, 16-ю игру подряд, блядь, это не раз, не два, ой, невезение, случайно, мы хорошо играли, блядь, в очко затусовать, нахуй, хорошо играли, блядь, ебаный в рот, блядь, хорошо играли, 0-3, нахуй, играли охуительно, блядь. Мерзейшему Сочи, блядь, который вообще это самый мерзкий, блядь, Сочи, это Уфа, Урал, нахуй, вот эти все, блядь, Нижний Новгород, там Оренбург на подходе, либо Федотову, блядь, посмотрите на эти рожи, нахуй, блядь, 0-3, нахуй, Руй, я, мы, Руй, Витор, давайте еще оставим его, нахуй, на 2, на 3, он хороший, он даст результат, отхуй уж он даст, блядь, сука, блядь. Не хватает зла, нахуй. Почему не попадают по воротам? Почему? Вы почитаете, есть масса литературы, когда команда недотренирована, до конца не сконцентрирована, не готова, она из матча в матч эти моменты не забивает. И так каждой игре, блядь. Сколько могли? 5-6 забить сегодня? 7? Нет, не забили. С Рубином в первом. Почему не забили, блядь? С Рубином 1, сегодня 3 получили, блядь. Ладно, там пенальти, да, это Иванова надо было с 16-го года еще, когда Спартак Зенит 4-2 близко. Так почему знали, почему не, почему Иванова запустили? Гаденыша Левникова на ВАР, который этот пенальти углядел. А так пенальти бы не было 1-0, мы бы выиграли. Хуиграли, блядь. Сука. А Руй Витория хороший, хороший Руй Витория. Это он не виноват, ему игроков не дали. Игроки, никто не виноват, ёпта. Только 0-3, 9, никто не... Я виноват, блядь. Сука, блядь. Эти моменты, что там обсуждать, что в этом матче говорить? Не забили ничего, блядь. Лучший матч в жизни у этого Адамова, лучший результат в Сочи, блядь, который пропускали все игры подряд, и сегодня в сухую. Вот так вот, блядь, ёп. А играли, да, наиграли на гол, наиграли, ёп, нахуяли, блядь. Спорт, футбол, игра на результат, блядь, результат. Первое место в группе Лиги Европы, это не результат. Результат, это титул, блядь. Титул у нас только при Карелии есть, у нас нет титул, ну полутитул при Тедеско, серебряные медали там, при Карпине 2 раза серебряные там, более дальше я не беру там Старкова и прочих там, Григорий, царство ему небесное, блядь. А что при этом Руй Витория, на что они играли? Первое место
в Лиге Европы, которая дала выход в 1/8, блядь, и всего нахуй, блядь. Так надо 1/8 пройти, 1/4, 1/2, тогда... это, блядь, вообще ничего никогда не пройдут, блядь. А так он, блядь, великий, надо ему петицию составляют болельщики, начинает со слов, блядь, в адрес потлатого куколда в бейсболке. Дорогой, блядь, по имени, ой, как ты увидел, нахуй, эта петиция жопу вытерет. Он ваши петициями всем вытирает жопу, нахуй. Он нахую видел всех, блядь, потлатый кукол, блядь, из, блядь, его, блядь, все его семейство, блядь, вся Саграда фамилия, блядь, во главе с шизофреничкой и братцем ихним, блядь. Вот ихними петициями, хуициями, я, мы, оставьте, блядь. Хуй знать, я не знаю, мне тоже этот, это такой же придет этот, хмели-сунели, такой же, блядь. Так же, вспомните, вот так же летом уберут, нахуй. Пока это, блядь, пиздота рулит, ничего не будет никогда. Будут 0,3 вот эти, 1,7 вот эти, потом ванили, хуились, сунели, потом третий придет, блядь, хуетий, блядь. Так и будет все, вот это раз 16 лет случайный титул, блядь. Пока вот это, тем более карт-бланш на 2 года сейчас дал. Конечно, она будет там вытворять. И зарплата она подрезала. 2 миллиона, блядь. Вспомните, это скоро официально всплывет. 2 миллиона. Ну, старый кто получает, а новый только на 2 она не пойдет. И Бакаева она убирает сейчас. Он ей не нравится, Бакаев. Не будет у нас Бакаева. Я не знаю, куда там уйдет, что, неважно там. Она ненавидит его, все, он ей не нравится, она с ним не продлевает. Она дала команду его убрать, нахуй. Где он там окажется, неважно. Вот Баки не будет. Вот зато... он молодежь подтянул, он, да, Игнатова подтянул, который там запутывается в ногах, блядь. Эффектность есть, эффективности ноль, нахуй, понимаете, блядь. Массу чего, блядь, он в РПЛ вообще, блядь, плавает, как рыба. Он знал, что в Сочи будут опять как Тедеско после этого матча. Знал, что из матча в матч будут прибивать там. А это, блядь, Саграда фамилия вообще ничего не может. Только язык в жопу, блядь, или в манду засунуть, чтобы нас, блядь, ебли, блядь, в каждом матче из сезона в сезон 20 лет, блядь, сука. Ладно, блядь, хуй тут говорить, блядь, уже. Из пустого в порожнее приливать. Еще, блядь, давайте плакатик зарядите. Я, мы, Руи, Витория, ёпта, блядь. Все нахуй, блядь. Всех люблю, обнимаю. До новых встреч в эфире.